Губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил поселок Дарасун, где проверил ход строительства школы. Учебное заведение будет достроено к концу лета. Строители планируют возвести 3 этажа за ближайшие 3 месяца. То есть по плану у нас устройство фундамента здесь уже выполнено 100%. Полностью у нас залиты должны быть все фундаменты. Фактически они все залиты фундаменты. Цокольный этаж у нас смонтирован, залит, да. У нас 4 блока – это 3-этажное здание, да. 2 блока – это один блок одноэтажный и один блок… Двухэтажный. Можно сказать, 1,5 там. Да. И спортзал еще однообъемный из металлических конструкций. На данный момент небольшое отставание по 3 блокам. Причиной задержки, по словам застройщика, стал сложный фундамент. Много времени пришлось провести под землей. Также компания столкнулась с нехваткой рабочей силы, которая, по мнению губернатора, требуется и по сей день. Вам людей надо гораздо больше. Как, где, откуда их можно взять? Вот, значит, давайте думать тогда, где брать больше людей, быстрее, интенсивнее вести работы. Сделайте хотя бы небольшой резерв, запас, чтобы где-то было быстро отставание, можно было догонять, если возникают. В данный момент на объекте работает 68 человек. Планируется, что к ним на днях присоединятся еще 20. Застройщик обещает, что к концу июля будет выполнено монолитное поднятие всех корпусов здания, а в сентябре начнется внутренняя отделка помещения. Мария Жижина, РТК Забайкалье.